Добро пожаловать в параллельную вселенную Джоджо, Eyes of Heaven Moment. Джонатан выжил после взрыва на корабле и постарел. Спидвагон одел каменную маску и еще камень Эйдж до кучи налепил. Теперь он совершенное существо. Спидвагон из второй части, но молодой и еще бессмертный. Цезарь не подох под камнем и тоже постарел, а Джозеф продолжил тренировать Хаммон и вернулся в Морио в полном здравии и без деменции. Дио после нападения вампира обратился в ебучего зомби, поэтому на нем нет лица. А вот у дьявола наоборот теперь есть лицо, а вот свитера его размеров по-прежнему нет в секонд-хенде, донашивает старое. Джотер из пятой части позвал Джоски и пришел к Джорану, чтобы в шестой части они все вместе дали пизды Буччи. Джотара не бросал Джолин, поэтому теперь она косплеит своего батю, ведь это так круто, ёбаный в рот. Наранчо постарел, Миста постарел, Бруно отсырел, Дьявола опустили, да и Бруно тоже. Джотара отпросился с работы, чтобы уебать Киру, ведь кто на руки дрочил, тот пизды и получил. Чтобы скрыться, Кира косплеит Киру из восьмой части, правда бюджет такой себе. Дио умер нахуй в цветовой палитре. Кир пришел на его похороны, как полагается, в черном. Раз Дио умер, то Кокюина никто не убивал. И он приехал в море вместе с Абдулом, которого никто не убил. Ведь Дио был тупым зомби, на которого всем было абсолютно похуй. А Железные Руки просто так, по приколу. Именно поэтому Кокюин был в четвертой части. И в пятой части. И в шестой части. А что за хуйня?! Big Ass Patch. Полная хуйня, потому что там есть Джоута, поэтому я телепортируюсь во времени, чтобы убить Кокюина, и тогда он не родит эту тварь, а мод хуйня, конец видоса, всем пока. А вообще, на самом деле, моды на Yohei — это вещь прикольная. Какое-никакое до развлечений и разнообразия в игре, которой уже почти 7 лет. Прикольно увидеть персонажей в других расцветках, обличьях, особенно когда они сделаны добротно и качественно. Я до сих пор, кстати, кайфую с Полинарефа пятой части, который научился ходить, но это уже совсем другой мод. Кстати, если вам интересно, то я буду почаще заниматься такой поебистикой, дабы радовать ваш глаз. И да, кстати, вы заметили, что этот ролик я делаю с голосом, ведь обычно обзоры модов я записываю просто, вот поиграл и все, и смотрите, а тут я даже заморочился, тут я даже составил небольшое описание мода, вот то, что он хуйня, вот, и даже это все озвучил, задумайтесь. А еще я хочу записать все ульты Yohei с расцветками из разных модов, чтобы это было круто и чтобы это было. Поэтому, если вы поддержите идею, то почему бы и нет. А пока наслаждайтесь ультами из вот этого мода под правильную музыку.